сотни студентов, которых объединяет любовь к спорту, песням у костра и походам. Спортивно-туристский лагерь «Туриада» вот уже 10 лет живет на просторах горнолыжного курорта «Хвалынский» в Саратовской области. Каждый май сюда приезжают лучшие – победители тематических региональных слетов, тренеры по спортивному туризму, волонтеры. Официальный старт мероприятию дали торжественно. Для ребят выступили творческие коллективы и приехали первые лица ПФО. Май у нас всегда «Туриада». Это уже 10 лет, и это добрая традиция, которую мы будем, конечно, поддерживать. Я от имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова приветствую всех, тех, кто сюда приехал, всем, кому не безразлична туристская жизнь, всем, кому не безразлична та дружба, которая здесь может зародиться, и здесь она зарождается. А вот тренироваться и готовиться к стартам спортсмены начали задолго до открытия. Хороший турист должен кататься на велосипеде, каяках и катамаранах, лазать по горам и, конечно, справляться с длинными дистанциями. Сложно нам дается то, что водичка прохладная. Да, так, в принципе, все получается. Дома готовились, отрабатывали. Так что сейчас только подготовка к самой дистанции. Подъем по крутой наклонной, плавный спуск и самое главное при этом не замешкаться и не допустить ошибку. Это главные задачи спортсменов на дистанции пешеходная, которую они проходят как индивидуально, так и в команде. В нашем направлении дистанция пешеходная у нас есть три, получается, дисциплины: личная, связка и группа. На личном мы приходим все этапы также по одному человеку. На связках мы работаем вдвоем, на группе работают четверо. Надо пройти технически правильные этапы, стараться без снятий и без исправлений. Ульяновскую область представляет делегация из 30 человек. В нее вошли спортсмены региональных федераций спортивного туризма и велоспорта, а также участники конкурсной программы. Вместе с другими участниками ребята разыграют кубок ПФО в смешанной эстафете и в соревнованиях по спортивному туризму. Команды зарубежных делегаций поборются за кубок дружбы. Анна Тищенко, Улправда ТВ.